Жизнь и приключения Жора Людоеда. Почему суд боится подсудимого? Уже больше года в Москве проходит странный судебный процесс. Один из обвиняемых, Николай Евдокимов более известный в криминальных кругах как вор в законе Жор Людоед. Ему и его сообщникам предъявлено обвинение в вымогательстве 30 миллионов рублей у одного из московских бизнесменов. Процесс этот можно назвать беспрецедентным потому, что проходит он в отсутствии на нем как обвиняемых так и главных свидетелей. Объяснение такому удивительному явлению кроется как в самой личности главного обвиняемого, так и в загадочной беззубости российского правосудия. 63-летний Евдокимов был осужден впервые за разбой в 1947 году, когда ему было 16 лет. Правда, получил он тогда всего полтора года лишения свободы. Во-первых, в момент совершения преступления он был несовершеннолетним, а во-вторых, советская власть, внимательная к социальному происхождению, учла пролетарское прошлое родителей Евдокимова и его самого. До осуждения он, получив пятиклассное образование, работал токарем на заводе. Впрочем, тюрьма, вероятно, не произвела большого впечатления на Евдокимова. В 1950 году он совершил в Серпухове вместе с приятелем новое разбойное нападение. Их жертвой стали инкассаторы Евдокимов и Карпов, так звали его соучастника, сумели похитить тогда 97 тысяч рублей, что по тем временам было огромной суммой. Однако при дележе добычи друзья поссорились, и тогда Евдокимов из двух пистолетов застрелил Карпова через окно дома, где тот жил. За разбой и умышленное убийство Евдокимов был осужден на 25 лет лишения свободы. С этого момента и начинается длительная тюремная эпопея Жора Людоеда. Убийство Карпова не единственный подобный эпизод в богатой биографии Евдокимова. В 1984 году за аналогичное преступление в Абхазии он был приговорен к высшей мере наказания. Однако приговор позднее был изменен. И в 1991 году Евдокимова освободили, еще находясь в лагере после нападения на инкассаторов и убийства своего соучастника, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за сопротивление представителю власти, побег из-под стражи и мужеложство с применением физического насилия. По некоторым данным, он причастен и к загадочным самоубийствам, происходившим в местах лишения свободы, когда там находился Евдокимов. Среди этих самоубийц был один из соучастников Жоры. Существует версия, что причиной его самоубийства было решение дать показания. Однако разбои, грабежи и убийства – не единственный амплуа жора-людоеда. Находясь в тюрьме, он с конца 50-х годов начинает интересоваться философией и разрабатывает собственную теорию нравственного построения общества, им написана работа «Философия науки и производства». Создав с целью самосовершенствования систему внутренних табу, он запретил себе пить, курить. Употреблять наркотики. Кодекс чести, выработанный им для себя, не разрешал ему обижать слабых и быть нечестным. О том, как это соотносилось с реальными поступками ажоры, говорят материалы его уголовного дела. В 1981 году он в очередной раз был привлечен к ответственности по обвинению в разбое с применением оружия. Правда? На этот раз психиатрическая экспертиза признала его невменяемым и направила на лечение в Орловскую психиатрическую больницу особого типа. Экспертизе во ВНИИМ, сербского Евдокимов подвергался неоднократно. В основном врачи сходились на том, что Евдокимов страдает психопатией истерического характера. Однако по большинству преступлений, из-за которых он попадал на обследование в институт сербского, Евдокимов признавался вменяемым и подлежал наказанию. В ноябре 1991 года он в очередной раз выходит на свободу и уже в начале 1992 года задерживается по обвинению в вымогательстве. Именно это дело находится сейчас на рассмотрении в народном суде. Краткая фабула последнего преступления Жора Людоеда выглядит так. Один из его приятелей и соучастников Зурабиани находился в дружественных отношениях с коммерсантом Т. Из этических соображений фамилия пострадавшего не указывается. Зурабиани предлагал Т. заключить договор с представителем одной из московских фирм, но договор этот был нужен Зурабиани только для вымогательства у этой фирмы 50 миллионов рублей. Т. не желал участвовать в предложенной комбинации. И тогда на место переговоров явился Евдокимов, представивший Жорой людоедом, вором в законе из Одессы. Он без обиняков сообщил, что деньги собирается получать непосредственно с Т. После долгого торга сумма была снижена до 30 миллионов рублей. На доводы Т. о том, что у него нет таких денег и вряд ли они появятся в ближайшем будущем. Евдокимов не реагировал и велел перевести указанную сумму на расчетный счет ТО Наташа. Номер расчетного счета должен был передать Т. Все тот же Зурабиане, перепуганный Т. Обратился в милицию, и вымогатели во главе с Евдокимовым в момент передачи платежной ведомости были задержаны. Однако в деле остается немало неясного. Так, на месте преступления вместе с Журой был задержан и Николай Шевченко один из приятелей Евдокимова. Вскоре он был отправлен во ВНИИН сербского, а после этого его следы теряются. Он не проходит по делу ни в качестве обвиняемого, ни в качестве свидетеля. И это не единственная загадка в этом деле. В частности, при передаче платежной ведомости преступникам милиции было задержано 8 человек. Однако обвинение предъявлено только пятерым из них. В настоящее время Т скрывается и показаний в суде давать явно не намерен. Вероятно, это следствие того, что он на деле знает цену угрозам Жоры. То же происходит и с другими свидетелями. Вообще этот процесс поражает странными фактами. За полтора года в Нем под теми или иными предлогами сменилось несколько судей. В начале статьи уже упоминалось о том, что обвиняемые на суде не присутствуют. Они удалены по определению суда и против них возбуждено уголовное дело по факту угроз убийства и уничтожения имущества председательствующего и народных заседателей. Что же стоит за этим? На протяжении всего процесса Евдокимов неоднократно угрожал всему составу суда физической расправой, запугивая присутствующих в зале грозными речами и размахивая кулаками перед представителями закона, он по сути делал все, чтобы сорвать процесс. Его соучастники, несомненно, находятся под полным его влиянием и выполняют все, что им приказывает Евдокимов. Но поражает не столько говорливость обвиняемого, сколько молчание и бездеятельность властей, пасующих перед фактами угроз в адрес представителей правоохранительных органов. Из конфиденциальных источников корреспонденту сегодня стало известно, что давлению со стороны Евдокимовой компании подвергались не только судья и народные заседатели, но и работники органов дознания и следствия. Судя по всему, угроза исходит от представителей криминального бизнеса, некие молодые люди периодически наведываются в правоохранительные органы. Как видно, Евдокимов пользуется большой поддержкой в определенных кругах. Аналогичные события происходят и в тюрьме где содержится Евдокимов. Как выясняется, там жор людоед также имеет странное влияние на администрацию и не пренебрегает им. Человек с серьезным уголовным стажем, явно агрессивный и психически неуравновешенный, терроризирует следователей и судью, откровенно издевается над правосудием, а государственные органы практически лишены возможности каким-либо образом воздействовать на него. Причину этого, вероятно, стоит искать как в пассивности властей, так и в несовершенстве наших законов. Российское законодательство в таких случаях оказывается бессильным. Может быть, одним из выходов из создавшегося положения могло бы стать упрощение судопроизводства и следственного процесса. При таких... Мягко сказать хулиганских действиях подсудимого судья должен иметь право на непосредственное применение жестких санкций против обвиняемого. При существующих же сейчас нормах права суд оказывается полностью незащищенным перед распоясавшимся уголовником. Сегодня, 1 октября 1994 года, Семен Сокольский, уважаемые читатели. Помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.